Когда был в институте, брал черенки и деревья маточные, деревьев вот этих нововита сорта, да. Ну, мне так вот один специалист говорит: ай, не надо тебе этот сорт, он так себе. Я думаю, все равно возьму. И знаете, я не жалел, что взял его. Это именно то яблоко, которое мне нравится по вкусу зимой. Вот оно, как и сорт надейный, оно внешне не сильно кажется симпатичное, когда вы его снимаете, но потом оно становится такое зеленое, блестящее, маслянистая такая пленка образуется при хранении, как у щабрыны, как у многих сортов. Восковый налет уходит, и вы получаете такой вот по вкусовым качествам хорошего вкуса яблока получаете. Кожура тонкая, вкусовой балл очень высокий у этого сорта. Именно очень вкусно его есть. Мы с моей дочкой лопаем эти яблоки только в путь. Какой плюс у него? Нагрузка очень высокая каждый год. Ну, это плюс, минус, как хотите, но при том, при всем, размер яблока от этого не ухудшается. 150 грамм своих плодов он имеет, вот, при любом раскладе. Поэтому сорт нововита встречайте. Из новых сортов он у меня вот прямо на первом месте по поеданию. Внешний вид вопросительный, но вкусовые качества, что самое главное, это вот меня интересует в яблоках. Вкусовые качества отменные у этого сорта.